Вот мы многодетные семьи, и мы фактически это срез общества. И через сказку легко воспитывать, легче воспитывать детей. Сказка помогает понять разные аспекты нашей жизни. Мы увидели, что есть много разрозненных общественных организаций, которые вот занимаются тем же и не тем же творчеством и чем-то еще другим. И мы решили объединить все добрые услуги в одно и сделать фестиваль добрых услуг под общей эгидой «Сказочный дозор». Я мастерица из ДК «Светлица». Собираемся мы на левом берегу, рукодельничаем, чай пьем, разговариваем. Собираемся наколдовать защиту для всего сказочного и не только сказочного города Новосибирска. Богатырь – это современный спецназовец. Это воин, который всю жизнь обучался. Ну и мы его тоже обучаем подростков, взрослых, этому всему владению такими странными, необычными предметами. Сказка, она нам помогает, когда совершенно какие-то патовые ситуации, когда, казалось бы, ну все, ничего не получается, и вдруг живая мертвая вода, волшебная палочка, и откуда ни возьмись, помощь сверху от эльфов, от волшебников, от кого угодно.